Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Галина Конышева. Вы мне многие писали, чтобы я вам показывала прогулки московские. И вот сейчас я вам хочу фрагмент одной моей прогулки. Я прокладываю новый маршрут. Вы не представляете, как я люблю Москву и как я люблю вот такое время, когда это лето, тепло, вечереет, уже вечернее время. Какая она уютная. Она разная, Москва. Где-то и горечь берет за разрушенное здание. Но в целом, конечно, еще очень много чего интересного осталось. И символики, и закопышей. И когда ты понимаешь, как это все происходит, как строились дома, уже очень многое понимаешь в этой теме, потому что я ей занимаюсь 6 лет где-то, да, 6 лет, 2015 года. Вы не представляете, какой я кайф ловлю, когда я гуляю сама по Москве. Это просто не передать. И хочу сказать, что Авиамоторный, район Авиамоторный, который считается ну, чисто таким советским районом, нет, он тоже допотопный. Он стоит на старых домах. То есть там все было. Такой же город, как, знаете, такие же районы, как и в Пскове есть, как в Нижнем Новгороде есть. Вот во Владимире, в Волгограде недавно были. Очень похожий район. Ну, короче говоря, небольшой ролик, зарисовка. Смотрите, наслаждайтесь вместе со мной. Возможно, вам передастся мои ощущения. Потому что я, например, чувствую даже, знаете, я чувствую время. Я чувствую 50, 70 лет назад, 90, 100. Максимально я чувствую вторую половину 19 века. А дальше как будто провал идет. Вот это Москва, моя любимая Москва. Я просто кайфую. Я не знаю, как это передать. Как передать это? Что это за ощущение? Там и запахи. Это, знаете, это и детство, это и юность. Оно мелькает, оно пронизывает. Ну, что-то необыкновенное. А здесь захоронена капсула, память. Отсюда уходило 6 тысяч добровольцев, защитников Москвы, жителей Москвы. И они все погибли, никто не вернулся. Вот 6 тысяч человек, москвичей, защищали город. А может быть, их просто кинули, я не знаю, почему никто не вернулся, почему они все погибли. Но вот с этого места уходило московское ополчение. Вот так идешь по Аптекарскому переулку. Так уютно вечером, летним жарким вечером. Старый дом допотопный. Здесь вот новый на старых этажах достроенный, уютный, жилой. И вот так идешь. И вдруг хопа, и такая круглая арка. И уютный старинный двор. Какая же классная Москва. Они входы в подвалы, недооткопы. Дом заброшка. Ах, как жаль. Такой классный домик. Неужели снесут? Ведь можно восстановить. Можно сделать элитное жилье. Вот так шел засып, завал этого дома. Вот он, недооткоп. Этот, возможно, на сваях стоит, этот дом 70-х годов. Может быть, котлован под него рыли, а может быть, он стоит на таком же допотопе, который уходит, бог знает куда, в глубину, подземный город. Это же старая немецкая слобода. И вон еще один, вон у нас еще один старый дом. И вон еще виднеется. Среди современных, ну это уже 80-х годов дом. Так что он, скорее всего, котлованно под него рылся. Хотя к нему вплотную старый дом пристроен, ну не знаю, вернее он пристроен вплотную к старому дому, к
котлована в таких случаях рыть опасно. Ну, могут укрепить. Вот он, старенький домик еще есть. Когда заглядываешь в какой-то охраняемый объект, там сразу выходят строгие охранники, охранницы и не дают снимать никак. Я уж не стала снимать их лица, но они мне начали запрещать. Ну, все равно, да, я успела обзор на старую усадьбу. Вот эта усадьба. Старого усадьбы нету. А вот это вот? А вон там нету, а вы там снимаете. Я смотрю, там, я двор усадьбы. Смотрю, видите, где я снимаю? Я не вижу там усадьбы. А вот эта усадьба же? Вон там, вон. Вот эта усадьба? Там, нет, снимать там. Можно везде, в Москве. Нет, нельзя. Нет, везде, везде. Нельзя. На малый почтовый грунт. Вот так идет. Вот откопан. Так должен быть по этаж. Ого, бутик. В этих старых, уютных, московских дворах, наряду вот со старинными зданиями, современные здания, но тоже на допотопе, вот их встраивали. И это так здорово, это уютно, и видно, как шел засып, и как его откапывали. Вот уже, правда, здесь темно, но, тем не менее, я там показываю. Все, он такой неровный, откоп, откопали его и вывели к этой улице. Авиамоторная, стопроцентный допотопный район. Они полноценные этажи. Просто полноценные, закопанные. Точно такие же районы в Пскове. Улицы. Точно такие же районы в Волгограде, Царицыно. Ну все просто один в один. Одна цивилизация. Строилась везде. Одна цивилизация. Точно такой же район Царицына. Обожаю тебя, Москва. Люблю Москву, люблю лето. Вот так вот гулять. И когда гуляешь вечерами, по вечерней или ночной Москве, по каким-то улицам и переулкам, не знаю, как вы, но я начинаю ощущать связь времен. Я чувствую других людей, я чувствую разные эпохи. Я представляю, как здесь жили другие люди 50-70 лет назад, 90 лет назад. Отчасти конец 19 века. А вот, чтобы представить время до 1860 года, до Крымской войны, и еще более ранее, конечно, здесь надо уже... Более полное погружение, медитативное на таких прогулках. Даже такая подрезанная дверь. Вот.
все время сохранился портал с допотопной цивилизацией, и даже дверь сохранилась. Это просто удивительно. Это просто удивительно. Вот подрезанные колонны. Вход. Вот так вот. Дверь из прошлого. На уровне человеческого роста. Рука, вернее, моя. То есть туда надо еще полметра вниз. И тогда будет полноценная дверь. Но надо же. Вот она, авиамоторная. На таких прогулках обязательно что-то встретится. И в данном случае вот мне встретилась настоящая допотопная дверь. Дверь-портал. Это дверь от двери для великанов. Это огромные ручки, которые сейчас находятся, ну, вот на уровне, просто на уровне человеческого роста. И ниже. Вот, их даже не переставили. Это просто обрезанная дверь. Вот ее, да, ее засосало, ее закопало вместе с этой землей. Ее просто обрезали, чтобы пользоваться, представляете? И это все сохранилось. Это вообще просто что-то необычайное, когда такие подарки встречаются. Ну вот такой вам маленький экскурс. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного. С вами была Галина Конышева. До свидания.